Terminator. Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анит Зук, и вроде как вам понравилась идея видео, где записаны диалоги персонажей на различных языках. Так вот, недавно я обнаружил, что версии для ПК в Steam-версии языков озвучек больше, чем на PlayStation 4. То есть, помимо тех языков, что были, здесь еще есть португальский и испанский. Вот и подумал, что надо вроде бы это дело перезаписать, но с другой стороны, зачем тогда делать нам опять диалоги Арни против Арни слушать, да? Давайте послушаем против другого персонажа, это будет, наверное, забавно смотреть. То есть мы услышим заодно версию голоса Арни, другой фразы его, да, и также версии голоса другого персонажа. И сегодня я хочу попробовать Нуба Сайбота, потому что его голос всегда был таким забавным, когда, как только он вышел, все сравнивали его, по крайней мере, мне так казалось, что голос такого шепчущего хриплого школьника, такое ощущение создалось. Так что давайте сейчас попробуем, ребят, как это будет звучать на разных языках. А вы не забудьте ставить большие пальцы вверх, если вам нравится такая идея, и пишите в комментарии, какая версия для вас самая прикольная. You cannot kill what does not live. Even Terminators can be destroyed. Your maker has failed you. Round one, fight. You were once named Bihan. You have studied my history. To learn and exploit your weaknesses. Round one, fight! I could make you the perfect killer. By improving my programming. By teaching you to embrace darkness. Round one, fight! Да, забавный диалог, короче, такой. Я, кстати, не обращал внимания, что Нуб говорит Терминатору. Давайте переходить к следующим языкам. Французская версия, ребят. Tu ne peux pas tuer ce qui ne vit pas. Même les Terminators peuvent être détruits. C'est une erreur de ton concepteur. Round 1, fight! Tu t'appelais Bihan avant. Tu as étudié mon histoire. Pour connaître tes faiblesses. Round 1, fight! Quelle est la source de ta magie? Le feu du royaume du Nether me nourrit. Montre-moi. Round 1, fight! Так, ну что, это была французская озвучка, такая довольно забавная, с той и с другой стороны. Ну, смешно это, сразу какие-то вспоминаются французские фильмы, типа, там, не знаю, Анжелика, там, не знаю, что-то типа того. Ладно, давайте следующий язык. Так, это у нас итальянская озвучка. Un tempo ti chiamavi Bihan. Tu hai studiato la mia storia. Per scoprire e sfruttare i tuoi punti deboli. Round 1, fight! Da dove proviene la tua magia? Dalle fiamme del regno occulto. Dimostralo. Round 1, fight! Non puoi uccidere chi non è più vivo. Anche i Terminator sono vulnerabili. Il vostro creatore è un incapace. Round 1, fight! Так, ну что, в общем, тут, ну, Терминатор такой роботизированный, да, более-менее нормальный, ну, тоже такая итальянская стилистика, это понятно. А Нуб Сайбот довольно неплох, кстати, он примерно звучит так же, как и, по-моему, в английской версии. Примерно так же. Ну что, ребят, немецкая версия. В прошлом видео многие заметили, что вроде голос немецкий был очень похож на Арни. Dein Name war einst Bihan. Du hast meine Geschichte studiert. Damit ich deine Schwächen ausnutzen kann. Round 1, fight! Was ist die Quelle deiner Magie? Das Feuer des Unterreichs stärkt mich. Zeig es mir. Round 1, fight! Du kannst nicht töten, was nicht lebt. Selbst Terminatoren können zerstört werden. Dann hat dein Schöpfer versagt. Round 1, fight! Слушайте, ну в немецкой версии, по-моему, Нуб еще как-то более зловеще звучит.
Слушайте, по-моему, почти в каждой версии, ну, озвучен прикольно, на самом деле. На уровне американской, вот, английской версии. Ну, Арни, ну, нормально, Арни такой тоже, да? Ладно, идем дальше. Испанский язык. No puedes matar lo que no está vivo. Aún los Terminators pueden destruirse. Tu creador te falló. Round 1, fight. Te convertiría en el asesino perfecto. ¿Mejorando mi programación? Enseñándote a aceptar la oscuridad. Round 1, fight. ¿Alguna vez te llamaste Bi-Han? Estudiaste mi pasado. Para explotar tus debilidades. Round 1, fight. Так, ну, в общем, такая версия испанская. По звучанию похожа на итальянскую тоже, да, кстати. Но немножко как-то Арнольд хуже звучит. Такой более тарахтящий такой Арнольд, да, получается. Вот. Но Нуб Сайба тоже на высоте, по-моему. Идем дальше к последней версии. Португальский язык, ребят. Послушаем, какая озвучка там в Бразилии. Эдгун очень любит Бразилию, и на все фестивали туда по Mortal Kombat приезжает. Até exterminadores são destrutíveis. Seu criador falhou com você. Round 1, fight. Já foi chamado de Bi-Han. Você estudou meu passado. Para aprender sobre suas fraquezas. Round 1, fight. Eu posso te tornar um assassino perfeito. Melhorando minha programação. Ensinando-a a abraçar a escuridão. Round 1, fight. Ну что, ребят, это была последняя озвучка португальская. Ну, тоже все. Терминатор во многих озвучках звучит похоже. И вот некоторые как-то слишком тарахтят, как будто. Вот, португальский тоже как-то вот как-то похоже. Вот на предыдущей версии он звучит. Ну, вроде везде неплохо, везде звучит так довольно мрачно, я бы сказал. Так что, ребята. Вот такие версии были озвучек. Какие вам больше понравились, пишите в комментариях, где лучше звучал Арнольд, где лучше звучал Нуб Сайбот. Голосовалку в этот раз делать не буду, потому что там, по-моему, нельзя больше 5 вариантов вставлять вот на Ютубе. Вот, так что пишите ваше мнение в комментариях. Вот. И если вам интересно, то пишите, против кого диалоги еще с Арнольдом записать. Много разных персонажей интересных. У кого-то могут действительно забавные голоса на разных языках. Вот, так что, ребят, жду вашей реакции. Если вам действительно будет интересно, то можно будет еще записать сравнительное видео. На этом у меня все. С вами был Анидзука. До новых встреч!